14 медицинских учреждений городского округа Люберцы отремонтируют в рамках реализации программы здравоохранения Подмосковья. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 260 миллионов рублей. На объектах, где сейчас проводятся работы, побывала и наша съемочная группа. С момента постройки Люберецкой станции скорой медицинской помощи, это с 1994 года, здесь ни разу не проводился ремонт. В государственную программу здравоохранения Подмосковья этот объект вошел еще в 2016 году. Но из-за несостоявшихся торгов работы перенесли. Долгожданное обновление подстанции началось месяц назад. Строители уже завершили демонтаж помещений, заменили окна и приступили к отделочным работам. По графику окончания ремонтных работ это 1 декабря, но у нас достаточно приличная строительная компания, которая по графику обещает нам сдать уже в середине ноября ремонтная работа. Еще один медицинский объект, который вошел в областную программу – хирургическое отделение ЛРБ номер 2. В прошлом году здесь практически завершились все наружные работы. Сейчас строители ремонтируют кровлю здания. А внутри помещения реставрация проходит на первом и втором этажах. На данный момент рабочие выполняют демонтажные работы. По графику хирургический корпус должен быть готов к полноценной работе в конце 2018 года. Здесь очень много меняется инженерных коммуникаций, основных несущих конструкций внутри, как плиты перекрытия, стены несущие. И поэтому работы для выполнения этих работ была разработана проектно-сметная документация, которая сейчас находится в экспертизе. Пациенты перераспределены в других отделениях. Всего в рамках реализации программы здравоохранения Подмосковья отремонтируют 14 люберецких больниц и поликлиник. Работы на 7 объектах завершатся до конца декабря. Остальные учреждения распахнут свои двери после ремонта только в следующем 2018 году. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.